Отдел внутренних справ администрации Новобелицкого района Гомеля признаны лепшим Украине. Гоноровое звание коллектив отримал за становчие показчики оперативно-службовой деятельности у 2018 году. Сегодня тут служат 122 сотрудники милиции. Под их обороной находится 69,5 тысяч жихаров Новобелицкого района. Такую высокую отзнаку отдел отримал у першиню и не безподставно. Анализ оперативной обстановки свет что на сегодняшний момент яна контролируемая. Стабилизовать ситуацию допомогли как профилактичные мероприемства, так и высокая выниковость у раскрытии злочинства. На территории Новобелицкого района в 2018 году было совершено 223 преступления различных категорий. 15 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, раскрыты. Хотелось бы отметить весь коллектив Новобелицкого РОВД в достижении положительных результатов. Я считаю, что каждый сотрудник, каждый служащий приложил свои усилия к данному достижению. Сёлета перед супрацовниками Новобелицкого райотдела внутренних справ стоит задача спрацовать як минимум не горш за 2018 год. И нават узнять планку яшчэ вышэй, каб пераходны приз імя батальона милиции Константина Рыгоровича Владимирова застався у Гомелі. Дарэчы, за высокі професіоналізм у оперативно-службовой деятельности кіраўніцтва управления внутренних справ Гомельского аблвыканкама узнагородзіла отдел особиста. Коллектив отримал у распараджэнне новый службовый автомобиль.